нас звонок из Луганска, да? Из Луганска прямо? Да, нет, не из Луганска, Луганщина. Нормально слышите? Нормально. Уважаемые мои, за времен Порошенко посадили парня за то, что он порвал портрет Порошенко. Порошенко бесплатно, без всяких условий, отпустил заблудившихся псковских десантников. А что касается Цемаха, у нас таких Цемахов полдонбасса. Не может гражданин Украины, даже такой, как этот Цемах, быть свидетелем. Понимаете, не надо на граждан Украины. Виновные все, цепочка, это граждане России, не надо перекидывать стрелки на, даже на таких, ну знаете, граждан Украины. Цемах не может быть свидетелем, вряд ли перед ним эти товарищи, которые приехали, отчитались, кто они, зачем, какие их цели. Начинать надо как минимум с начальника той воинской части, где этот числился БУК. Кто дал распоряжение открыть ворота, вывести это? Что такое Цемах? Да это вообще никто. А что касается того, кого там отдавали, слушайте, ну у нас уже вернулись беркутовцы, я не видела торжественной встречи. То тогда что-то там блокировали, чтобы их не пускали, а уже двое вернулось. Ну, ваша позиция понятна. Вопросы сформулируете или ребята будут так отвечать? Я не понимаю, вы специально, ну я... Вы-то понимаете разницы между Порошенко и Зеленским? Нет. Он продолжает всю ту же парадигму, абсолютно ту же. Не надо делать какого-то Порошенко... патриотам, у нас нет патриотов у власти. Понимаете, украинский патриот априори не может сделать никакую политическую карьеру в Украине. Не может, у нас не было даже проукраинских президентов. Я боюсь, что не будет. Интересная позиция. Но раз нет вопроса, позиция вашей страны. Нет, такая позиция тоже имеет место. Давайте до 5 утра мы сейчас обсуждаем этот вопрос. Извини меня, мы не в России живем, да? И кожен громадянин України має право на будь-яку позицію. І має право її вільно висловлювати. І Льоша, і я, ми стояли на фронті. В тому числі, щоб ця людина могла дзвонити сюди. Ну, и это общие слова, высловливать, как да. Она хочет. Ну, да? Значит, я просто помню, что у ветеранов и волонтеров тоже были претензии к Порошенко. Это правда, это был 15-й год, и претензии были серьезные. Ну, вибачте, це ж буде неправда, якщо казати, що не буде, не було. Це абсолютно були, у будь-кого вони можуть бути. І будь-якого, до будь-якого президента вони будуть заведені. Тобто він не святий, я про те, да? Абсолютно. Святий у нас на небесах. Зразок патріотизму там. Да.